Что, поздравляю с уверенной победой. Что скажешь, как тебе игра именно в вашей команде? Сначала с этого. Ну, игра нашей команды в целом понравилась. Просто соперник, молодые ребята. У них видно, что еще где-то в начале был мандраж, неуверенность, несыгранность, неподготовленные броски. Но в целом они нам забили 40. Это много. Мы, по-моему, это много достаточно для нас. Поэтому можно сказать, что ребята играли хорошо. Просто у них не было в команде больших. Они много пропустили из-под кольца. Вы не напрягались, да, играя в защите? Нет, мы напрягались. То есть мы никаких послаблений, ничего. Мы напрягались, просто ребята забили свои 40 сами. А может, что-то не получилось у вас сегодня в игре? Ну, уровень сопротивления был средний, поэтому тяжело сказать, что что-то не получилось. Что могло, получалось. Победа уверенная. Поэтому, когда более серьезный соперник, там можно будет говорить, что не получается, какие проблемы. Ну, скоро будет более серьезный соперник. Поздравляю. Да, спасибо.